Всем привет! В этом видео я хочу дать ответ тем многим людям, что интересуются в интернете, на вопрос о том, хороший ли дисплей у Galaxy Note 2 или не очень. Если в двух словах, то данный дисплей один из лучших, что присутствует на данный момент на рынке смартфонов. Давайте взглянем, как он отображает картинки. Как вы видите, картинка шикарная. То есть все резко. Я не вижу никакой там пикселизации. Как вы, наверное, уже все знаете, дисплей Galaxy Note 2 сделан из полноценных пикселей, состоящих из трех субпикселей RGB. Здесь нет никакой хитрой технологии Pentile, как применялось в смартфоне Galaxy S3. И поэтому, несмотря на одинаковое разрешение экранов, можно даже сказать, что экран Galaxy Note 2 немножко, но получше, чем экран Galaxy S3. Дело в том, что данный экран, даже белый цвет, показывает гораздо лучше, чем экран у Galaxy S3. Как вы видите, белый цвет реально белый. Так же, как черный, реально черный. В отличие от того же Galaxy Note 1, я не вижу здесь совершенно никакой пикселизации, никаких градиентов. То есть картинки чистые, приятные, красивые. Вы сами все это видите. Все очень резко. Я не чувствую какой-то недостатка в каком-то разрешении. Возможно, конечно, в следующем году мы увидим и более впечатляющий дисплей. Но пока, на данный момент, данный дисплей очень радует меня. Что приятно, данный дисплей, как, впрочем, и многие из линейки Galaxy, имеет интересную настройку режим экрана. Здесь вы сможете, если вы любитель естественных цветов, выбрать отображение естественных оттенков цветов. Если же вы любите поядренее цвета, то динамический. Если вы любите близкий к черно-белым, то фильм. То есть каждый здесь сможет настроить дисплей под свои вкусы. Давайте взглянем, как данный дисплей отображает какое-нибудь видео. На таком экране, конечно, видео смотреть одно удовольствие. Опять же повторюсь, никаких градиентов на темных участках, никаких артефактов. Все вы можете увидеть сами. Все красиво, шикарно. Вот видите, темные участки видео прекрасно показывают. Нет такого, как было на первом Galaxy Note. А теперь давайте сравним, как он показывает рядом с Galaxy S3. Согласитесь, на большом экране смотреть всякие разные фотографии, фильмы, а также просто пользоваться интернетом и прочим гораздо удобней. Поэтому-то я и выбираю
Galaxy Note 2.